Итак, всем привет. Мы находимся на территории отеля Regency Plaza Aqua Park and Spa. Кто не знает, может посмотреть в интернете, что за отель. Вот, но это краткий видеообзор будет по территории, где что, как находится. Давайте немножко пойдем посмотрим по территории. Видео идет не с ресепшена. Я вышел с отеля. Давайте посмотрим немного по территории. Территория очень большая. Все зелено. За всем следят. Люди очень приветливые, в принципе. В целом. Особенно местные. Всегда с вами поздороваются. Всегда что-то скажут, расскажут. Вот. Фотозонам, их тут очень много, так как за всем очень следят, поливают все, ухаживают, поэтому любителям инстаграма, фоточек и так далее будет очень интересно. Вот. Сейчас мы подходим к центральному холлу. Вот. Я буду очень много ходить по территории, чтобы всем все было видно, понятно. Потому как я сам первый раз, и прежде чем сюда поехать, посмотрел какие-то видеообзоры, чтобы понимать вообще, о чем речь. Куда я еду или что я еду. Сначала заплатили, а потом уже смотрели. Ну, не знаю, как у вас там бывает. У нас лично это произошло именно так. Вот. На территории отеля есть аквапарк, есть бассейн для детей с кучей всяких там игрушечек, фишечек и так далее. Ну, будет очень интересно деткам. Вот место для ожидания. Автобус вас привезет прямо сюда. Трансфер, так называемый. Вот. Давайте, наверное, сразу с ништяков начнем. Потому как я тут уже давно, уже 5 дней, все облазил, обсмотрел. Давайте пойдем в аквапарк. Вот. В аквапарке за всем происходящим следят. Есть люди специально обученные. То есть если кто-то балуется или пытается прыгать там, дабы ваш ребенок не травмировался, сразу сообщат, помогут. Держат, ну и так далее. Ага. А кстати, ребят, всем советую купить аквашузы или тапки специальные с закрытым носком, так как вас в море не пустят без них, так как люди тут очень сильно следят за своей флорой и фауной, а она у них тут сохранилась, поэтому шузы нужны будут обязательно, иначе вы не сможете насладиться морем. Итак, это у нас территория аквапарка. Это детский бассейн со всякими мини-аттракционами. Он тут работает в определенное время с 10 до 12 и с 3 до 5, поэтому успевайте. Сейчас в данный момент ничего не работает, потому как сейчас по местному времени 7:30 утра. Я решил пораньше встать, чтобы все это заснять, чтобы никто не мешал. Давайте поднимемся. Вот детские горки. Вот. Все тут весело, интересно. Тут сидит человек, который смотрит за всем происходящим. Обученный, в общем, помогает. Ну, шутник еще тот, так что будьте осторожны. Вот. Здесь по каждому бассейну есть обозначение глубины. Детский бассейн, то, по-моему, 30 сантиметров. Ну, то есть ребенку комфортно, он не утонет.
Вот. И вы с ним можете побарахтаться в водичке. Есть настольный теннис. По-моему, аренда ракеток и шарика платная, насколько я знаю. Вот. Далее есть диджейское место, пульт. Здесь в основном трутся аниматоры. Кстати, шезлонгов всего хватает просто вдоволь. Даже если нет, ну, можете обратиться, вам принесут. По поводу аниматоров, они как раз в основном на бассейне. Можно поиграть с ними в всякие игры. В дротики, в дартс. Очень интересная игра, киллер. Всем советую. Не знаю, кто, какой аниматор у вас будет, но было весело, интересно. Так, по поводу бассейна. Один из. Здесь, по-моему, он даже с подогревом. Глубина, вот, показываю, 1,5 метра. Достаточно. Бассейн очень большой. Также здесь есть ресторан, который работает после того, как уже все позакрывалось. Если вы хотите провести время, попить что-нибудь, алкоголь, соки и так далее. Ну, короче, всего хватает. Вот. По поводу алкоголя, кстати, вам, ребят, доступно абсолютно все. Все, что находится у них на баре, кроме отдельных напитков. Но эти отдельные напитки, они обозначены. То есть, если вы хотите какой-нибудь Jim Beam купить, бутылку там, это уже будет за отдельную плату. А так, в целом все доступно. Вы можете также купажировать. У них там в наличии есть, допустим, самбука, абсент или какой-нибудь ром. Вы можете это все попросить смешать, как вам нравится. Или на их выбор попросить снять. Ну, в общем, все довольно-таки интересно. Не бойтесь спрашивать, вам всегда ответят, помогут. Так что все интересно. Все даже просто замечательно. Вот здесь снэк-бар, вам дадут картошку фри, если вы не успели, тоже в определенное время. Вот. Давайте попробуем подняться повыше. Попробуем показать вообще красоту данного места. И не только аквапарк, а в целом. Ну, мы поднимемся еще выше. Это сейчас второй этаж. Вот. Вот вам территория аквапарка. Очень большая территория. Хватит места всем абсолютно. Ну, я почему-то заметил, что на море мало людей проводят время. Все в основном почему-то толкутся на аквапарке. Бассейн, горка. Кстати, по поводу аквапарка, работают всего лишь 3 горки. Я потом поближе покажу, какие. Вот. На территории основного бассейна есть бар. Вот он, я вам покажу его. Потом поближе подойдем еще. Вот. Там все то же самое. Напитки, местный алкоголь. Лично я подобрал для себя такой коктейль оптимальный. Попробуйте обязательно. Ром, спрайт и гренадин. Говорите это бармену, он вам смешает. Попробуйте. Если вы не знаете, что заказывать, как заказывать и так далее. Не стесняйтесь, не бойтесь, никто вас не обидит и не обделит. Вот, тоже неплохая зона отдыха. Все в камнях. Я, кстати, обратил внимание, что тут у них вот на этом не экономится. У них даже стол в номере, столешница из камня. Очень красиво. Так, вот это одна из горок
бочка или туалет, унитаз, как там кто называет. В общем, он не работает, хотя хотелось бы попробовать. Теперь давайте пойдем еще выше, посмотрим, что как вообще по территории. Лично мне понравилось, виды такие, ну, вот одна из горок, вот она больше для тех, кто боится. Вот. Советую всем открывать голову, придерживать руками, дабы не удариться. Вот. Ну, тут сидит человек, он покажет, если у вас есть какие-то вопросы. Вот. Сейчас пойдем еще выше, хочу показать вам вообще местные виды. Ну, это просто круто. То есть даже если вы приехали в отель, вам что-то не нравится, вам не нравится комната, вам не нравится еда, ребят, климат, море и виды, ну, просто все перекрывают. Не знаю, видно вам или нет, а, видно горы. Ну, причем это очень круто. Ну, а вы смотрите сами. Сейчас мы... Причем никто не говорит, что там, ну, парень, ты поднялся куда-то не туда. Они ласково, приветливо тебе скажут, попросят, что-то покажут. Ну, то есть, никто не провоцирует, ни скандалы. Ну, ну все замечательно. Я когда приехал сюда, со мной 10 человек поздоровались, которых я даже в глаза не видел. То есть у них это так принято. Местный этикет. Как бы вы не потеряетесь. Даже если, ну, заблудились, вы можете спросить. Если вы хоть чуть-чуть знаете английский язык, проблем не будет. Ну а если вдруг вы вообще его не знаете, качайте переводчик офлайн. И местные всегда подождут, пока вы напишете, пока он переведет, ну, то все будет отлично. Да, пейзажи, виды, все красиво. Мы, кстати, тоже сегодня придем сюда пофотографироваться. Вот. Так что, если хотите попасть на третий этаж и посмотреть, пофоткаться, заходите на территорию аквапарка. Поворачивайте, поднимайтесь на третий этаж. Будет вам счастье. Лично мне очень нравятся вот эти вот горы. Оно, когда, ну, нет бури, вот этой пыли, все довольно-таки видно. Несмотря на то, что съемка идет сейчас на телефон, но все равно даже телефон их видит это все. Так, поехали дальше. Я все-таки покажу вам горку, которая, ну, наверное, достойна внимания вашего. Она не особо извилистая, но там более-менее свободное ощущение свободного падения. Она плавно спускается вниз. Вот она, белая горочка. И почувствуйте адреналин. Сейчас снизу покажу. Но это что касается для тех, кто любит бассейн. Я лично поступаю следующим образом. Я иду на море, обязательно с утра. Вот. Там провожу какое-то время. Получаю всю пользу от воды. Для здоровья и так далее. Вот. А потом уже под вечер прихожу сюда повеселиться, попрыгать. Не знаю. Бассейн, кстати, ребят, те, кто любит экстрим, там можно попрыгать, какие-то сальтухи, какие-то вещи, которые вы хотели бы попробовать. В принципе, если смотрящий увидит, что все ок, он вам не будет делать замечания. Вот тоже одна из фотозон, все в таком египетском стиле каком-то. Ну, не знаю, мне нравится. Очень круто. Бассейн, тут еще можно проплыть аквапарк по кругу.
Круто. Так. Сейчас мы идем посмотреть на горку и выходим уже дальше с аквапарка. Территория огромная. Я поначалу вообще запутался. Не знал, куда идти тут, где тут выход. Но потом со временем свыкнитесь. Все будет просто, понятно. Главное не забыть, где алкоголь, бары и так далее. А все остальное не важно. Шучу. Вот. Так вот, горки. Вот эта вот горка, она не работает в данный момент. Ну, скорее всего, из-за карантина или из-за того, что наполняемость отеля небольшая. Хотя мне пока казалось, людей много. Ну как, относительно много. Территория забита, может, процентов, ну, на 30, что ли. Вот. Горки Айс. Здесь также стоит смотрящий, всегда поможет. Будет регулировать там, если кто-то за вами поехал, ну, кинется вам на помощь, чтобы он вас не сбил. Ну и как бы вот желтая горка для тех, кто побаивается. Вот это вот белое советую, такой плавный спуск. Ну и третье, ну как бы мне не особо понравилось, потому что старательно там придется поджимать руками голову, дабы не удариться, потому что там очень большой крутой поворот есть, такой момент, и частично ничего не видно. Ну, для тех, кто пойдет на горку, я думаю, знает, как что делать. Вы разберетесь сами. Так, еще один бассейн такой же глубины, по-моему. Главный заход на бар. Вот. Ну, там люди убирают уже. Все интересно. Птички местные какие-то. Они тут жирненькие. Их подкармливают, или сами себя подкармливают. Выйти с аквапарка, кстати, можно с любой стороны. Там выход. Здесь выход. Там два выхода. Ну, то есть, доступно абсолютно всем. Вот. Ну, в принципе, с аквапарком все. Да, везде таблички No Diving. Не нырять, не прыгать. Типа, осторожно, опасно. Ну, я согласен. Тут, на самом деле, плитка очень скользкая, ребят. Кому, кстати, покажу сейчас момент такой. Кто захочет попрыгать, либо одевайте аквашузы, либо ориентируйтесь на вот такие вот сеточки. Вот. Она не сильно скользит. Вот она. Они тут расставлены почти везде по периметру. Вот. Также есть тут типа гидромассаж там или что-то такое. Не знаю, ни разу не пользовался. Но он есть как бы. И, по-моему, он входит в стоимость вашей путевки сюда. Не знаю. Кому-то, может, и нравится. Вот тут полезная инструкция. Дорогие гости, обратите внимание, что из-за протокола COVID-19 джакузи закрывается. А, это джакузи. Ух ты. Короче, оно не работает. Ну, видимо, когда работало, тут было много людей. Ладно, отель большой. Мне нравится, что аквапарк окружен номерами. То есть для тех, кто хочет не бегать, там, кому нравится аквапарк, бассейн, берите номер здесь. Но только учтите, что там на баре музыка работает, ну, часов до 3 утра точно. То есть, ну, будьте готовы к тому, что можно услышать шум. Хотя номера сделаны таким образом, пластиковые окна, когда вы их закрываете, вам фактически ничего не слышно. То есть, в принципе, это даже не проблема. То есть, если бы мне нравился аквапарк, я бы, наверное, номер взял где-нибудь здесь, поближе к нему. Ладно. Сейчас выходим с аквапарка. Я покажу, откуда мы приезжали. Там, где шлагбаум отеля. Вот. Центральные ворота, охрана.
все как надо. Также, ребят, опять же, фотозоны ночью не менее интересно, не менее красиво. Все настолько ярко и подсвечено. Я попробую там снять еще один видос, как ночью это все выглядит. В общем, вот шлагбаум, отсюда мы приезжаем, отсюда нас везет автобус вот туда, к отелю. Сейчас мы пойдем к нему, к ресепшену. Посмотрим, что на ресепшене. Вот тут еще одна фотозона. Друзей фоткали с их ребенком. Ему понравилось. Пальмочки там, все красиво. Тут, кстати, местные вышки, замаскированные под пальму. Ну или специально сделаны таким образом. Но мы сначала не поняли, думали вышка, а это пальма. Ну такое. Что-то необычное, но тоже подкупает. Еще не знаю, вот мы послушали совета, мы заселились в номер на первом этаже. Не спешите брать на втором, на третьем. Объясню почему. Потому что вам для того, чтобы куда-то пойти, придется подойти до лестницы, пройти метров 50. То есть вы будете много времени тратить на просто банальное хождение. Первый этаж, то что надо. Вы можете выйти со своей террасы, с балкона, и пойти куда надо. Ну, при условии, что кто-то в номере останется. Или закрыть, спуститься 3 ступеньки. И вы уже на пути туда, куда надо. Не знаю, вот здесь есть территория спа, спортзал. То, что входит в вашу путевку. Честно говоря, ни разу там не был. Хочу пойти. Там вроде как баня, хамам, там все дела. Для тех, кто любит попариться, заниматься спортом. Но я не знаю сейчас, как из-за коронавируса работает, не работает. Ну, вот типа местная клиника, больница. Ну, дай бог, чтобы не пришлось туда обращаться. Так. Парковка тоже немаловажна. Но довольно-таки немаленькая. Это, наверное, для тех, кто приехал на машине в Шарм-эль-Шейх, Египет, Regency Plaza. Вот, что тут здесь есть еще? Есть детская зона. Тут проходит мини-диско, собирают деток с аниматором. Они там танцуют, повторяют за ней, что-то поют. Ну, тоже необычно, интересно. Я думаю, отдых с семьей при наличии таких развлечений вам понравится. Вот сцена, сиденье. Тут еще раскладывают между вот этими колонками небольшими, вот здесь вот, такие ковры. То ли с верблюда, то ли с чего, не знаю, короче. Но, в общем, очень теплые. То есть вы сидите не на голом камне, а сидите на коврах. Ковров хватит всем, абсолютно. Детская зона, детская площадка. Вот здесь вот находятся квадроциклы для детей, стоит смотрящий. Вот вы можете с ним договориться, по-моему, $5 стоит покататься. Мини-картинги, ну, то есть вся эта ерунда есть. Можете поторговаться даже с ним. В принципе, в основном они согласны. Людей мало, поэтому они хотят заработать. А они могут сами подойти к вам, предложить. В общем, детская зона. Вот. Убитый жизнью паровозик. Не знаю, к чему, как бы, ну, когда-то, наверное, работал. Это то, что от него осталось. Так, едем дальше. Еще один бар. Не знаю, сколько я тут находился, он ни разу не открылся. Не был он открытым. Возможно, и работает.
Или я не успеваю, или они боятся, там не открывают. Короче, также на территории отеля, если вы что-то забили купить, там тапки какие-то, чехол для телефона, подводный чехол, кстати, можно снимать под водой, вы можете пройти сюда. Вот тут магазинчики на любой вкус есть, сим-карты там и так далее, наушники, Bluetooth, ну все на свете. Вот. Короче, если вы чего-то не взяли с собой, не переживайте, тут все есть. Ну, местные скульптуры и так далее. Не будем тратить на них время. В общем, сам факт, заходите сюда. Вот. И тут типа мини-бутиков на любой вкус. Ну, дальше идти не буду, мне интересно. Здесь вход в столовую. Вам обязательно померяют температуру, запишут ваш номер. Ну, столовую потом покажу. Вот, так вот, насчет этого. Меряют температуру перед входом, то есть они очень беспокоятся за здоровье своих посетителей, поэтому за этим следят. Это у нас ресепшн. Очень большой холл. Место для отдыха. Когда вы приедете с отеля, вернее с трансфера, вам туда. Вас там оформят, зарегистрируют, ну и так далее. Можете договориться за номер. Вот. Так. Ну, это центральный вход на рецепт. Мы двигаемся дальше. Смотрим. Там, кстати, вы можете на ресепшене поговорить с администратором за номер. А, кстати, еще один бар тоже работает часов до 10. Там есть телевизор, можно посмотреть футбол, просто провести время. Вот. При выходе из ресепшена это типа центральная сцена. Здесь вечером проходят всякие анимации. Тоже мини-диско там и так далее. Вчера, например, здесь выступала Восточная красавица, были дэнсы и так далее. Ну, кому нравится, может после ужина пару коктейлей взять, прийти сюда и наслаждаться анимацией. Так, так, это я вам все показал. Аквапарк. Ну, пойдемте дальше смотреть. Здесь также есть еще много бассейнов. Они, в принципе, вам доступны. Это когда вы прошли через ресепшн по прямой. Вот какие-то тут таблички. Можно посмотреть, где что, куда. Написано, есть мини-гольф. Не видел, не знаю, не видел. Вот шезлонги, бассейн. Указана глубина. Вот. Там дальше по прямой, сейчас мы туда пойдем, там еще был типа мини-водопада, ну просто фотозона прикольная, но он сейчас не работает. То есть много чего того, что не работает, не удивляйтесь, это из-за карантина, из-за коронавируса. Да, ну в принципе, несмотря на это, вы можете сюда все равно прилететь, посмотреть. Своими глазами убедиться. Вот здесь столовая, люди кушают. Вы также можете на улицу выйти покушать. Лично мы стараемся на улице, меньше людей, никто не смотрит. Вот. Территория такая, все яркое, зеленое, синее. Короче, если у вас есть зеркалка, вам сюда. Да даже просто какой-нибудь фотик. Вот.
Тут полезная инструкция на непонятном языке. Указатели.